Всем привет, друзья, канал Масс-Олимп. В работе у нас Рено Дастер. Мобиль приехал к нам, сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор, штатная шумоизоляция. На полу в салоне, видите, несколько кусков фибропласт присутствует. Также небольшие полосы на крыше. Двери голый металл. По багажнику давайте посмотрим. Пол в багажнике голый металл. А на задних арках по небольшому квадрату. Это в автомобиле одни из самых шумных мест. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Дастере. Проклеим у нас прокатом валиком пол в салоне. Отклеим первым слоем двери. Пол в багажнике обработан. Задние арки. Внесли второй слой в дверях. Поглотитель Интегра, толщина ее 6 мм. Продолжаем работу. Друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Дастере. Проклеен у нас пол в багажнике. Используем Vision 6 мм. Мембранную шумоизоляцию наносим на задние арки. Также такой же мембраной мы обработали пол в салоне. Блокшот 7 мм используем. Третий слой нанесли в дверях, вибропласт 2 мм. Четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Эксперт, толщина его 15 мм. Собираем, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!